солдат шел по улице домой и увидел этих ребят. Кто ваша мама, ребята? Спросил у ребят солдат. Мама ландархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Все они в кожаных куртках, все они большого роста. Хотел солдат пройти мимо, но это было непросто. Мама ланархия, папа стакан портвейна. Мама анархия, папа стакан портвейна. Довольно веселую шутку сыграли с солдатом ребята. Раскрасили красным и синим, заставляли ругаться.